Привет! Я сегодня хочу рассказать про иглы, которые растут под водой. Смотрите, вон растение, которое растет под водой. Это мета, это снег, а это лед, а это озеро, замерзшее озеро. Когда энергия молнии распространяется по поверхности Земли, некоторая часть энергии, она идет к воде, и большое замыкание происходит, где вода, где озеро, и где Земля, потому что озеро, она становится массой, и она как бы втягивает в себе много энергии. А вот получается озеро без энергии, а вот растение, она как бы дает энергию. И получается, она там внутри воды что-то меняет. Когда включаешь напряжение, высоковольтное напряжение к воде, и когда пьешь ее, уже чувствуется какой-то странный, непонятный вкус воды. Можно сказать, приятный на вкус. И ощущения становятся совсем другими. Я вообще не понимаю, в чем там дело, но говорят, что вода, она сохраняет какую-то информацию. Наверное, она ее просто форматирует, чтобы там никакой информации не было. А некоторые говорят, там электроны из водорода, она выходит на внешнюю оболочку. Впрочем, я думаю, что во всем, что сделал Бог, Он положил какую-то мудрость, которого человек не может понять своей глупой башкой. Я вот, например, пытаюсь понять, я многое понял, но все равно многих вещей я вообще не понимаю. Это как каток, видите?